Здравствуйте, это новости на Дону. В студии Мария Филинкова. Смотрите выпуски. Летний праздник особенного детства. Школьники погуляли на набережной и покатались на теплоходе. Как закалялся лед? Юным ростовским футболистам показали фильм о сборной Исландии. Саш-Баш, Свердловск, Ленинград и назад. Артисты Коляда театра привезли спектакль «Ощущения» об Александре Башлачеве. Несанкционированная торговля на городских улицах и вдоль автодорог вместо прибыли принесет убытки, заверяют в департаменте потребительского рынка. И предупреждений больше не будет. В регионе заметно увеличен минимальный штраф за нелегальную продажу продуктов питания. Для граждан с 500 до 3000 рублей, для должностных лиц с 4 до 20 тысяч, для юридических с 13 до 60 тысяч рублей. Мы знаем все эти места, где располагаются нелегальные торгующие. Дело в том, что эта продукция не всегда безопасна. Как правило, она не соответствующего качества. В этих местах осуществляется нарушение закона о защите прав потребителей, потому что торгуются в нарушении всех санитарных условий, без весового поверенного оборудования. Особое внимание контролеров нарушителям, которые торгуют вдоль автодорог, в пешеходных зонах, рядом с рынками и ярмарками. И рейдов по местам несанкционированной торговли станет больше. Лето начинается, и чтобы зафиксировать это, дети отправились сегодня на теплоходе на двухчасовую прогулку по Дону. А до того на набережной потанцевали, поиграли, смастерили сувенир и угостились сладкой ватой. Праздник ко Дню защиты детей устроили депутаты Донского парламента. Лиза Шклерова из поселка Премиуски в Донской столице не в первый раз. А вот на палубу теплохода поднимется впервые, поэтому решает загадать желание. А еще на память о таком интересном дне заберет домой монету, выкованную своими руками. Надо взять молоток большой и ударить сильно, тогда и будет отпечаток, и отпечатается от монеты. Дети из малообеспеченных семей, дети с ограниченными возможностями здоровья, а также активисты и отличники. На речную прогулку отправляются 200 человек. Там будут и конкурсы, и дискотека, но сначала на берегу – настоящая утренняя вечеринка. Настроение отлично, день будет супер. Мы поехали с Матео Кугасского района. Будем кататься на теплоходе. Классный день, и сейчас мы в следующем году тоже приедем. Этот праздник – часть стартовавшего в прошлом году по инициативе Александра Ищенко регионального проекта «Особенное детство», нацеленного на помощь детям с ограниченными возможностями здоровья. Именно такими должны быть школьные каникулы для наших донских детей. Уверен, что усилиями самых разных организаций, и политических, и неполитических, государственных структур, муниципальных, мы сможем сделать донское лето веселым и разнообразным для наших донских детей. В ожидании отправления можно было угоститься и сладкой ватой в компании анимационных героев, зеркального человека и клоунов. Для нас это ежегодная традиция в преддверии 1 июня дарить праздник детям, особенным детям, которые на сегодня развиваются, учатся, входят в взрослую жизнь. Праздник прекрасный, масса эмоций, прекрасные герои. Вообще такая атмосфера очень хорошая. Ребята ждали этот день. Елена Рябжанова, Юрий Санкин, Дон 24, Ростов-на-Дону. Три маленьких ребенка выпали из окон в Ростове за два последних месяца. И это еще не началось лето. В прошлом году таких случаев было два за все пять теплых месяцев. В городской администрации призывают родителей быть внимательными и не надеяться на москитную сетку. Необходимо предпринять все меры для того, чтобы сохранить жизнь наших детей. И не оставлять без присмотра наших ребятишек. На пресс-конференции по безопасности детей в летний период рассказали о том, где дети смогут провести досуг интересно и с пользой, а именно на Черном и Азовском морях и в пришкольных лагерях.
дети будут получать питание, различную содержательную, познавательную программу, то есть дети будут посещать кинотеатры, дети будут продолжать заниматься творчеством, посещать музеи, посещать зоопарки и так далее. Спортивные соревнования для них организуем. За путевку в лагере родители смогут получить компенсацию до 90% цены путевки. А что касается городского выпускного, чемпионат мира по футболу на него не повлияет. Гуляния устроят на набережной в таком же формате, как и в прошлом году. Понятия «волонтер» и «доброволец» уравняют. Поправки в областные законы о социальном обслуживании граждан и о поддержке добровольческой деятельности подготовил Комитет парламента по молодежной политике. Для этого в регионе делался упор на работу добровольцев. И вот в соответствии с новым федеральным законом заполняется пробел с волонтерством. Федеральный закон, помимо организаций, предлагает оказывать поддержку и организаторам волонтерской добровольческой деятельности. То есть те люди, которые объединяют вокруг себя волонтеров, добровольцев, делают различные добрые дела. В экологии помогают тем, кому нужна эта помощь, теперь точно так же могут рассчитывать на меры государственной поддержки. А еще в регионе планируют создать центр, который соберет в единую базу то, что волонтеры предлагают делать с тем, что нужно государству. Тренер футбольной сборной Исландии – стоматолог, а игрок команды и защитник ФК Ростов Рагнар Сигурдсон очень рассеян и не может запомнить ни одной встречи. Фильм о национальной команде Исландии «Внутри вулкана» показали юным донским футболистам в публичной библиотеке. Изучаем команду, которая сыграет в Ростове со сборной Хорватии. Больше года съемочная группа журналиста Сольви Тригвассона жила жизнью футболистов. Сборы, игры, травмы, восстановление. Так и собрали истории каждого игрока сборной в полуторачасовой фильм. В этом фильме показано, как молодежная сборная стала крепкой семьей. Особых трудностей не было, но иногда игроки уставали от нас, ведь мы следили за ними и дома, и в раздевалках. Журналисты принудили меня к тому, что будут снимать каждый наш шаг. Они записывают все, что мы говорим, поэтому не говорите, как вы обычно это делаете, пошел ты, и что-то в этом роде. Так и начали раскрываться тайны сборной. Впереди в автобусе сидят самые прилежные, а хулиганы в самом хвосте. Говорят, у тебя есть миллиард на счету. А нас сейчас записывают. Да, вот микрофон. Каждый новый игрок, прежде чем стать членом сборной, должен спеть перед командой песню. Быть вратарем очень легко, он не должен ничего делать. Маленький Рагнар Сигурдсон вратарем не стал. Решил помогать им в обороне. При том, что считает, защищаться легче, чем атаковать. В детстве нынешний игрок Ростова гонял в футбол все свободное время и всегда был лучшим в своей возрастной группе. А сейчас признается, у него расстройство дефицита внимания. Никогда ничего не запоминает, все теряет, забывает о назначенных встречах. Я концентрируюсь на 100%, только когда играю в футбол. Заметим, что все нынешние исландские сборники входили в футбол на морозе и щебенке. Нормальные поля стали появляться в этой стране совсем недавно. Посмотреть, как начинали кумиры, пришли юные футболисты ростовского Арсенала. Ингессон – хороший защитник. Как и Сигурдсон. Ну, Сигурдсон, он, ну, как бы признается лучшим игроком Ростова за последние матчи. Посмотрел фильм и заместитель главы дипломатической миссии Исландии Аугус Флюгенринг. Говорит, исландцев в Ростове принимают тепло. Но это неудивительно, ведь в ростовском клубе играют три наших футболиста. Ростов побил мировой рекорд по количеству игроков исландской сборной. Сборная Исландии, которую узнали лучше, сыграет в Ростове с Хорватией вечером 26 июня. Олеся Слынько, Юрий Санкин, Дон-24, Ростов-на-Дону. Зачем играть музыку регги, если живешь, например, в Свердловске? Свой русский корень и в музыке, и в поэзии искал рок-бард 80-х Александр Башлачев. Он погиб рано, в 27, шагнув из окна. Спектакль «Квартирник» о человеке, поющем литературу. «Сашбаш», «Свердловск», «Ленинград» и «Назад» в Ростове показал Каледа театр. Домашний компот из сухофруктов связывает не хуже музыки. Той, что когда-то не вписывалась в ДК, зато помещалась на кухнях. И среди чужой рок-музыки рождались свои ритмы и появлялись новые невольники чести.
Если раньше слушали красивое пение, теперь же испытывают папино терпение. Актеры Коляда театра воплощают образы рок-музыкантов и поэтов, крепких уральцев и культурных столичников с невыдуманными профессиями. Один самый бесшабашный. Испытывают судьбу и любовь. Сюда и назад. Рок-музыку русскую очень любил и знал про весь Урал и... Как поэт его очень сильно воспринимал там наряду с Борисом Рыжим. Саш Баш, кто и что он? Может, черно-белые воспоминания однокурсников-журфаковцев о подарке с бантом на месте, о котором и не скажешь? Или это игроком состава на картошке, за которую могло и влететь? Или это письма маме с воздушными поцелуями в конверте из общежития Свердловска? Поступил в профсоюз. Подписываю статейки в местную газету. Мама. Здесь очень много бреда, как бы несется, но это действительно живая речь, те, кто знал Александра. И поэтому и он и написан как док, и играется как док. Здесь перевоплощаться и изображать ничего не надо. Короткую атмосферную жизнь Башлачева в Свердловске, затем в Москве и Ленинграде воссоздают обрывки несвязанных диалогов. Олег Ягодин и Ирина Плесняева – супруги в жизни, и здесь играют родственные души. Сначала сына и маму, затем студентов-романтиков господина Н и маленькую язычницу госпожу К. И уже реальных влюбленных – Сашу и Таню. Пошла абитуриентка. Господина Н, это Таня. Абитуриентка. Таня. Будет и новая жизнь после личной трагедии Башлачева, смерти сына Ванюши, которому поэт и посвятит самый страшный в своей жизни реквием. Вся постановка гиперссылки к рок-музыке 80-х, Наутилус, аукцион и даже Алла Пугачева. К поэзии самого Саш Баша и, конечно, к современному русскому року. Группа «Курара», где Ягодин уже и поэт, и исполнитель. В моем городе самая тяжелая работа – любить кого-то. Но кто-то же должен выполнять и эту работу. В моем городе каждый час возникает желание убить кого-то. Юлия Сурикова, Андрей Токарев, Дон-24, Ростов-на-Дону. Это все новости к этой минуте. Следующий выпуск смотрите в 18:30. В студии была Мария Филинкова. До встречи. Одежда ведущим предоставлена магазином женской одежды премиум-класса «Лусио».